Пару дней назад Владимир Жириновский призвал всех жителей России бойкотировать Макдональдс как представителя американского бизнеса, как компании, которая очень четко ассоциируется с американским образом жизни, с их культурой. Это серия одиночных пикетов. Участвуют активисты ЛДПР, участвуют просто неравнодушные жители города, которых мы оповестили, пригласили на это мероприятие. И, соответственно, каждый из них в порядке личной инициативы проводит одиночные пикеты здесь, в окрестностях ресторана «Макдональдс». Наша конечная цель, чтобы они закрылись и покинули территорию Российской Федерации, так же, как они сделали это в Крыму. Если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим быть сильными, давайте кушать свое. Здоровую русскую пищу. Пирожки, блины, пожалуйста. У нас огромная национальная кухня. Есть отечественные продукты. Будем открывать пирожковые.